Спрячьтесь нормально хотя бы, не знаю. Так, баклан последний на чердаке сидит. Не, предпоследний. Спалить бы эту хату нафиг. Так, еще один полетел. Электричество вырабатывать. Ну и куда вы полезли? Меня бесит, что... Как бы любой приказ атаковать у них сводится в их тупом мозгу к бросанию гранаты. Обязательно с метра от противника. С расстояния в метр. Шальные, реально. Реально шальные. Долбанутые на всю башку. Все-таки кто-то кинул гранату, я не понимаю, когда... Всем быть на чеку. Здесь и чё вы застряли? Слушаю, командир. Броневик едет. Не стреляйся. Нас, в принципе, уже заметили. Это тоже провал. Я чувствую. Да, тут попробую переберись еще на тот берег-то. Надо, конечно, всех сначала выцепить с этого. С дома этого дурацкого. А, можно там попробовать что-нибудь сделать. Вот с этого направления. Здесь какой-то лягушатник, так понимаю, брод вообще. Нормальный такой. Нам бы ПТ, ружье бы не помешало. Но его нету, и негде его взять. Что ты мне прицел-то показываешь? Покажи мне эти. Как спрятаться здесь. Всем быть начеку. Здесь в каждом доме по роте немцев. По батальону, скажи. Нормально ты подставился. Чуть не сдох. Чё это нахер было? Он туда свою голову просунул вот в это окно и смотрел, как в него стреляет пулеметчик. В течение секунд, мать его, 30. И ни хрена просто. Ноль реакции. Нормально это. Отлично, опять тормоза. Здрасте, приехали. Еще раз загрузить. Замечательно. Тормоза напали. Какие-то непонятные абсолютно. Ну, вот вроде бы... Вроде бы... Не, не вроде бы. Было 11, стало 73. За секунду. Сносить эту кочегарку надо к чертям собачьим. Просто сносить. Не знаю, где я буду прятаться от броневика, но эту кочегарку сносим. Чё-то не снеслось. Тебе реально по барабану, парень? Здесь в каждом доме по роте немцев. Посмотрим, что они так с передвижением смогут сделать. Так, тоже здесь пулемет стационарный? Нет. Ручной. Стреляй, дебилушка. Ты можешь его снять вот просто за одну очередь. Нет, он стоит, смотрит, блин.
Надеюсь, там кого-то глушануло, потому что если опять кого-то прикончили, я прикончу всех остальных. А, я же этого выбрал, понятно. Никого не прикончил, все живы-здоровы. Захватили полностью броневик. Правильно, вы захотите в него кинуть гранату. Сохранить 24. Броневичок с пушечкой захватили, нормально. Че за нахер, а? По союзнику не катайся на броневике, Ирод! Че ты творишь? Возьмите пушку кто-нибудь, встаньте за пушку. Пушку! Пушку кто-нибудь! Встаньте за пушку! Не. Давай быстрее, куда ты ползешь постоянно? Ура! Калибр что надо? Это не пушка, это пукалка. Но дом снести может. Как я и хотел, снести всю эту мельницу к херам собачьим. Сейчас, может, еще винтовку раздобудем. Упс. Я сказал назад, а не вперед. Короче, никого там не осталось, да? Так, что насчет? Ну, это не снайперская винтовка. Вот два снайпера. Сейчас замутим себе. Упс. Один снайперок остался. Держи. Да не вперед, господи! Самые очевидные цели не хочет стрелять. Гусля слетела, да? Минус передние колеса, понятно. Вы-то откуда взялись в таких количествах? Еще убегает тварь, а? На эту тварь не попадает. Как будто специально. Ремкомплекта по-любому нет. Вот ведь по-любому. Шестеро. Шестеро. Что с ремкомплектом? Будет исполнено. Ладно, попробуем добыть себе снайперские винтовки все-таки. Я уже чихаю от этой игры, честно. Дайте патроны! Я себе патронов не взял. Выполняю. Молодчик. Гранату! Сейчас будешь универсальным солдатом. Гранату! Всего понабрал. А того, что надо, не понабрал. Есть у кого маузер, алло? Конечно, моторизированная пехота, ни у кого маузеров нету. Все с этими, со шмайсерами, мать его, а. Максимум пулемет. Классно.
Ну, у тебя не снайперка. На тебе снайперку. Так, ну, в принципе-то... Слушаю, патроны мы можем этому чуваку достать. Все с пулеметами. Вот у тебя маловато. Точнее, многовато свободного места. А этот на дно упал, понятно. А, вот еще чувак. Так, теперь берем всех и обыскиваем. Так, это уже обыскивали. Дайте патроны! Как вы друг на друга так умудрились, а? Это пулеметчик вообще. Дайте вот патроны! У этого патроны оказались. И у патроны! Этого есть. Надо подлечиться. И сохраниться потом, сразу после этого. Так, нам вообще далеко переться. Нам нужен этот берег. Пока что. По приказу. Так, 25. Погнали. Жалко броневик. Черти просто прострелили ему колеса, и все. Вот он и вышел из строя. Здесь, оказывается, кто-то есть. Здрасте. Да, вы бегаете больше, господа. Ну, есть полный набор. Ну, и страшного только... Ну, вот эти вот пулеметы, наверное, самое... Черт, моста больше нет. Придется искать другой путь на тот берег. Это божественные подрывники просто. Просто божественные. Не-не-не, погодите, не так. Божественные подрывники. Вы это видели? Это было круто. Надо же, они в кого-то попадают еще. Но... Ну, не попадают, а стреляют. Попадают-то они в стену. Как обычно, блин. Бездари. Так, пару раз все-таки попали. Ну чё, снайпера? Делать что-нибудь будем? Я вам зачем винтовки раздал, блин? Вы хернёй маялись, что ли, или что? Куда бы отсюда свалить? Хотя вполне пока вы живы. Надо немножко подлечиться, и будет нормально. Ну, а чтоб нас гранатами сейчас не закидали, они могут сейчас обнаглеть. Видя, что мы в ответ-то не стреляем, подойти вообще близко-близко и... Что-нибудь кинуть нехорошее. Так, в дом, я надеюсь, никто не зайдет. Нет тут таких умных, чтобы в дом зайти. Парень, а ты чё? А чё ты? Ты тупой, понятно. У тебя тут под носом противник, ты его игнорируешь просто полностью. Почти всех прикончили между делом-то. Только что были